Уважаемые спортсмены, бегуны, легкоатлеты, прыгуны, метатели, толкатели и вся наша братья легкоатлетическая. От всей души, от всего сердца хочу поздравить с наступающим 2016 годом. Пожелать всего самого наилучшего. Появление стадиона в городе Твери и окрестностях. Появление манежа в городе Твери и хотя бы маленьких манежиков в окрестностях. Так как легкая атлетика у нас развивается, развивается хорошими темпами, я бы хотел, чтобы мы могли не только спортсменами соперничать, но и спортивными объектами легкоатлетическими. Ну а так, всего самого наилучшего, чтобы у тренеров не пропадал энтузиазм к работе, у руководства была возможность поощрять тренеров и командировать на соревнования, и чтобы все в 2016 году было лучше, чем в 2015. С Новым годом!